Продолжить активную работу по благоустройству городской среды. С таким поручением губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев выступил на заседании правительства. На данный момент регион один из лидеров по реализации проектов благоустройства. За 7 лет, включая 2023 год, за счет всех источников финансирования обустроено почти 2000 общественных и дворовых территорий. Причем важно, что сами уральцы активно подключаются к работе по отбору площадок и проектов благоустройства. И в этом году наша область заняла первое место в России по абсолютному числу отданных голосов за проекты благоустройства. Проголосовало 816 тысяч человек. Так, в 2023 году, благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда», в Свердловской области благоустроили 60 объектов, из них 46 общественных и 13 дворовых территорий. На это было выделено больше 1,5 миллиарда рублей, из них порядка 34 миллионов удалось сэкономить. Высвободившиеся средства были направлены на проведение дополнительных работ по благоустройству территории. Бюджет на следующий год не снижается, запланировано обновление 54 объектов, это 27 общественных и 24 дворовых территорий. Также добавлю, что благодаря участию региона во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с 2018 по 2022 годы благоустроено 17 общественных пространств, а в текущем году в рамках этой программы ведутся работы на 9 объектах.